Привет всем! Сегодня готовим сыровяленую говядину. Смотрим способ приготовления. Так, у нас вот говядина. Я ее заранее помыл. Вот, уже более-менее так обсушил. Вот, мы ее берем в лоток сейчас. В лоток насыпаем соль на дно. Чтобы видно было, сюда поставлю поближе. А, здесь тоже видно. Я взял соль крупную, поваренную, но не мелкую. Это вот фишечка такая. Рассыпаем на дно. Так. Вот. Распределил по дну. Дальше. Берем мы с вами зубочистку и начинаем протыкать мясо. Это чтобы соль крупная, как-никак. Она такая вот мягкая, не как она поваренная, мелкая. Чтобы доступ был и просаливание мяса со всех сторон. Такой вот способ. Старый, дедовский. Вот. Вот, хватит. Кладем теперь мы все это дело. Сейчас это уберу. В мисочку. И засыпаем опять же солью. Дальше. Замуровываем ее в соли. Вот здесь тоже края не забываем просаливать. Вот, убираем в холодильник где-то на сутки пока. Вот, в течение суток смотрим, чтобы когда мясо даст сок, его будем мы сливать. Вот, а так нам понадобится трое суток в этом рассоле. Ну, в процессе я буду снимать, показывать. Вот, закрываем. Вот, закрывается. Закрываем и убираем в холодильник. Прошли сутки. Скопилась жижа вот эта. В итоге надо ее слить и свежим, в итоге свежей солью засыпать. Вот слили мы жижу. Вот, переворачиваем на другой бок и еще подсыпаем соли свеженькой. Так, все, пока. Вот так я замуровал и оставляем дальше. На следующие сутки посмотрим, надо будет жидкость сливать или нет. Если что, процедуру повторим. Прошло трое суток. Нам теперь надо будет сейчас промыть в воде телятину и замочить на 4 часа. Промыли мы телятину свежей проточной водой. Замочили мы на 4 часа. Каждые полчаса будем водичку менять. Мясо просушили, теперь нам надо его положить на 12 часов под гнет. Я делаю вот так, ну и сверху поставлю 5-литровую канистру. И в течение этого всего времени придется, если жидкость как таковая появится, ее сливать. Мясо из-под гнета вытащил я, в итоге оно сухое. Влаги вообще никакой не было. Нам теперь надо проделать дырочку и пропустить кусочек шпагатины. Просунули и завязываем. Теперь нам надо смешать специи. Специи у нас такие. Сейчас возьмем побольше. Ложечка, ну, по пару ложек, горчицу белую,
положим. Дальше мускатный орех возьмем. Пару ложечек. Паприку. Пару ложечек. Ну, даже вот так вот. И у нас кориандр. Тоже пару ложечек. Так, дальше у меня здесь черный перец. Сейчас посмотрим. Открою получше. Наверное, одну ложечку. Много не надо. В принципе. Так. И чеснок. Чеснока у меня не так много осталось, но ладно. Все смешиваем. Чеснок только сушеный идет сюда. Больше никакой. Дальше сейчас размешаю и добавим водички. Сейчас начинаем воды добавлять. Нам надо до консистенции как бы сметаны довести. Вот, довели до сметанного образования наших специй. И начинаем мы обмазывать наш кусочек мяса. Вот такое у нас мясо красивое получилось. И теперь мы его вывесим в проветриваемое место, ну, где-нибудь на балкончике, где-то на неделе две. Прошло около 3 недель. Пробуем, что у нас получилось. О, смотрите, какая вещь шикарная. Надо попробовать. Красотища очень хорошая. Ребят, вот какая штука у нас. В итоге не надо платить деньги кому-то что-то, если можно самим сделать. Так что, ребят, такие вот дела. Делайте, пробуйте. Все, кому понравилось, ставьте лайки, кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Удачи!